Всем добрый день, дорогие друзья! Новый день, новый влог. Если кто заметил, у нас идет снег. Кошмар погода. Смотрите, снег. Валит снег. Тайсон, привет! Привет, мой хороший! Я пошла за хлебом, да молока надо взять. Молоко закончилось, дети просят молоко. Да, Тайсон? Тайсон. Хороший мальчик. Что? Что? Ладно, идем в магазин. Пришла я, ребята, с магазина. Показываю покупки. Купила фрикадельки 2 пакетика. Они у нас уже по 126 рублей. Потом 3 литра молока. Да, сейчас мама даст ням-ням. Потом 2 булки черного и 1 белый. Муж попросил капусту квашеную. А ходила я ради вот этого. Это лук пророщенный. За этот пакетик я 150 рублей отдала. Каждый год беру такой и сажу. На зелень самое то. Дешевле получается. Вот такой вот лучок. Скоро будем его садить. Я его даже дома немножко хочу посадить на зелень. Ребята, погода с ума сдурела. Смотрите, какой крупный град у нас идет. Это вообще ужас. У нас град валит. Смотрите, что. У кого погода такая у нас? Смотрите, что творится. Град летит только в путь. Ужас. У меня муж сидит, говорит, смотри, смотри, говорит, в окно, там град идет. У нас сегодня весь день мало того, что снег идет, так сейчас еще и град. А хотели детей на улицу отпускать гулять, а холодно. Пишите, какая у вас погода. Приготовила ребяткам ужин. На ужин сегодня у нас будут рожки с тефтельками вот с такими. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Дорогие друзья, смотрите, грядки почти оттаяли. Муж сегодня с соседом меняли забор. Здесь вот такой вот. Теперь он дальше потом будет уже менять. Но я хотела не это показать. Я хотела показать вам мои крокусы. Тут веточками на зиму прикрывали, поэтому вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Разные. А тут у меня нарциссы вылазят. Вот такие вот дела. Скоро все растает и будем убирать все здесь, делать огород. Вот так вот наш пристрой, все старое, все делать на. Ну ничего, будет лето, будем делать. Тут еще, как видите, снег, бочки у нас для воды. Мы всегда ставим и с крыши водой поливаем. Там малина у меня. Топинамбур. Сарайка у нас тоже очень старая. Муж, видите, в том году менял. Тут немножко и здесь внутри поменял. Девочки гуляют. Парник у нас уже оттаял. Мы смотрели, хотели вот эту вот, которая сейчас современная, это парники. Как она называется-то, это... Листы, которые накрывает, даже не знаю. Но смотрели, один лист 2000 рублей стоит. И вот не знаю, что делать. Или пленку опять купить. Эти пленка вся, всю набрать. Как нынче копать будем, тоже без понятия. Потому что раз самоизоляция, как копать будем, не знаю. Окси тут с Машенькой играют. Убежала уже. А на улице сегодня холодно. Снег был, град был. Тут еще у меня снег вообще не растаял. И никто раскидывать не хочет. Придется, наверное, мне самой кидать. И сейчас вот, видите, доски муж приготовил. Будут вот здесь вот они с соседом будут менять забор. Вот так вот. Вот такие вот у нас сегодня дела. Сижу, ребята, за компьютером, пропуская комментарии для конкурса, чтобы... И заказала клавиатуру. Наша клавиатура все начала заедать вообще капитально. Ей уже, наверное, года полтора или два этой клавиатуре. И все заедать начала капитально. Дети уже психуют, когда сидят, печатают. И на Озон стало неудобно заказывать. Почему? Потому что заказ от 999 рублей. Вот мне бы просто одну клавиатуру на, а вместо этого пришлось еще добавлять кое-какие товары. Ну, я взяла детям книжку, я Оксанке прописи. Книжки всегда нужны. Сказки взяла Пушкина.
поэтому как придет, вы увидите. Ну, мама заказала книжку со сказками, иди играй. Мариночка, иди играй. Так что скоро придет клавиатура. Там клавиатура сразу идет. Что? Ну, давай. Клавиатура сразу идет с мышкой причем. Какая-то игровая и недорого, 500 с чем-то рублей она была. Но потом придет, вы увидите. Сижу, пропускаю комментарии. Вот так вот муж делает забор с соседом, с дядей Ваней. Он сегодня выходной, поэтому начали делать они забор. Ладно, буду дальше делать. Всем привет, дорогие друзья! Новый день, новый влог. У нас небольшие покупки, короче говоря. Сходила в магазин, скупилась. Что взяла? Бананы. Раз связка. Два связка. Три связка. И четыре. Бананы такие потемневшие, но они вкусные. И здесь яблок взяла полпакета. Сейчас все это перемою и дам ребяткам. Еще ничего не мыла, не делала. Потом дальше. Купила Ильюшке бишпакет. Света, на, отдай ему. А то он меня с этим бишпакетом задолбает. Потом немножко к чаю. Ну, совсем чуть-чуть. И купила хлеб. Половинку черного, но это такая булочка в такую. И каравай. Все, у меня сегодня из рук вальца устала. Дальше зашла опять в магазин. Уже в другой. Купила батон нарезной. Светик, держи, убирай на вот этот батон. Ваня, не трогай, подожди, мыть надо их. Не трогай. Сейчас мама помоет, даст. Потом молока. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. 5 литров молока. Потом взяла 3 огурчика и лук зеленый, салатик сделаем. Вот такие вот в целом покупочки были, совершенно небольшие для моей семьи. Ладно, сейчас будем готовить кушать, печку будем затапливать. Сейчас бананы помою. На воду вскипятить, чтобы бананы горячей водой помыть. Все? Ладно, оставайтесь с нами. Ай, ребята, мою бананы, прям в кипяток их ложу вот так вот, а я минутки на 2-3, чтобы они хорошенько промылись. Многие потому что спрашивали, как я мою, вот показываю. Горячая вода. Сейчас дам и печеньки дам, и все дам. Ладно, пускай полежат немножко. Вот так вот мы обычно моем. Дорогие друзья, снова я на кухне. Сейчас будем готовить кушать. Я уже поставила кастрюлю, поставила сковородку с мясом. И сейчас покажу вам, что будем сегодня готовить. Я нашинковала капусты тазик и картошки тазик. Это я хочу потушить картошку с капустой и немножко пожарить картошку просто с курицей. Сейчас покажу, что у меня уже жарится. Здесь у меня жарится курица с луком. А здесь у меня жарится курица, с морковкой и с луком. Обжаривается для тушения. Я сегодня, ребята, очень сильно перепугалась. У меня, получается, телефон лежал здесь и стоял тазик с водой, где лежали бананы. Маша подошла, стала банан мыть. И как она так умудрилась, я не знаю. Телефон упал в воду. Я его быстро схватила и обтирать. Господи, я тогда думала, все, пипец. Из меня 7 потов тогда сразу вышло. Ну ничего, вроде бы телефон работает. Посмотрим. Если что с ним случится, то это, конечно, будет все. Дети путем ничего есть не хотят. Выпечку уже большую часть приходится выкидывать. Поэтому я решила несколько дней, может где-то неделю, ничего не стряпать. Потому что не хочется вот так вот продукты тратить просто так. Потому что выкидывается то курям, то Тайсону. Дети путем ничего уже есть не хотят.
Суп сварила, 2 дня стоял, в оконцовке вывалила Тайсону. Что не сваришь, все вываливается. Плохо стали есть. Они уже до того, им уже все вот это вот надоело. Уже не знаешь, что готовить. Поэтому решила картошку с капустой тушеную. Все вместе это будет в одной кастрюле тушиться. Они такое любят. Потушу, и вкуснятина будет. Уже не знаешь, что готовить. Вот честное слово, вообще. Вчера, ребята, ничего путем не снимала. Да. Это моя вина. У меня вчера с утра нормально все было. А ближе где-то часам к 3 дня у меня сильно стал болеть живот. У меня бывает такое периодически, если я что-то тяжелое подниму. Все думала, вспоминала, ну что я такое могла тяжелое поднять. Потом вспомнила, у нас вчера было отключение воды. И я 2 больших ведра подняла с водой на печку, чтобы дети мусор туда не бросили. Для питья вода, потому что была... Я их с пола подняла на печку. И все, и потом у меня стало болеть вот в области швов. Это что-то с чем-то. Я весь вечер вот так лежала. Потом уже на ночь выпила ножку. И потом полегче стало. Но все равно ночью тяжело было. Мой меня отругал, конечно. Ну, сегодня я себя чувствую хорошо. Ладно, будем готовить. Сейчас печку подкинем. Так что оставайтесь с нами. Дорогие друзья, пожарила себе картошку с луком. Я люблю с луком. Дети у меня с луком ничего не едят. У меня тут, знаете, на 6 карташин 2 такие большие луковицы было. Но я люблю лук просто. И сейчас покажу, что приготовила деткам. Деткам потушилась тушеная капуста с картошкой. Ну сейчас вот еще постоит немножко. И будут обедать. Фу, обедать, извиняюсь, ужинать. Обедать они уже обедали супиком. Вот так вот. Надеюсь, в этот раз хоть поедят получше. Поставила греть воду, чтобы девочки помыли посуду. Накрою. Все, я кушать приготовила. Сейчас остынет. Дети наелись, а супика поели. Чай попили с грибочки, которые Юленька присылала. Все еще, да, они не съели. Многие хотят удивятся. Бананов, считайте, они вот все бананы уже съели. Яблоки еще, правда, лежат. Ох, теперь можно и самой поесть. Поесть, попить. И отдохнуть немножко. А потом дальше дела есть. Ох, устала. Что-то блок все развязалось. Знаете, сегодня мне написала моя подписчица Настя, вы почему никогда себе ничего не заказываете в Васильке? Почему не заказываю, ребят? Я заказывала себе спортивный костюм, я заказала себе такое длинное, как бы, тунику, плюс колготки заказывала. Почему я ничего себе не заказываю? Ну да, я себе мало заказываю, но я как бы не считаю нужным. Я просто захотела поменять постельное, поэтому я так много заказала постельное. Сейчас хочу еще, если предложат, но если получится, то я еще хочу себе это, махровые полотенца заказать. И тапочки, которые Машке я заказала, они оказались ей маленькие. Хотя написан возраст 8-10 лет, но они оказались маленькие. Поэтому будем Машеньке другие тапочки заказывать. Машка расстроилась, цвет ей понравился очень, но ребенок расстроился. Ну ничего страшного, закажем еще. Ладно, пусть у меня вода греется, я сейчас сяду, покушаю и потом надо заняться делами. Так что оставайтесь с нами, далеко не уходите. Дорогие мои, смотрите, что у нас на улице творится. У нас снег идет крупными хлопьями. Ужас. У вас лето? Весна. А у нас зима пришла. Вообще дурдом. Смотрите, это что такое? Нынче весна-то вообще будет, нет? А я, между прочим, раздетая выскочила. Как вот болеть не буду, да? Смотрите, что творится, а? Вообще кошмар. Это же ужас просто, ребята. Это кошмар. Это ужас. Пишите, какая у вас погода.
У кого что? У нас Света с Ваней смотрит. Что там? Машинки смотришь, да? Ты мультик смотришь? Вот смотрите, как он загрызает все рубашки. Вот смотрите. Ты вредный мальчик? Нет. Как так нет, да? Ты что там смотришь? Биби машинки? Да. И вот так у Светы телефон забрал, сам держит и смотрит. Лёва грузовичок. Ладно.